что, несмотря на то, что ресторан вот только-только открылся в Днепропетровске, его уже успели полюбить абсолютно все. Да, еще предстоящие изменения первого Днепропетровского ресторана KFC просто порадует всех. Все, кто присутствует сегодня, кто будет активно участвовать в замечательных вопросах, а также еще раз тут интересные конкурсы впереди, друзья. Это небольшой такой, да, анонс на будущее. Ну что ж, а мы продолжаем нашу викторину. Еще одна вопросы. Итак, давай, от меня, да. Этот приз получит тот, кто первым произнесет слоган компании KFC. Так. Да. Я думаю, вот молодой человек уже много раз кричал, много жестикуляции, такая яркая была, да. Он уже и отведал, да. Поэтому я думаю, что ему нужно, да, вашим его подарком и сертификатом. Его группа поддержки, его поддержка аплодисмент, наверное. Молодцы, хорошо. Знаете, друзья, хочется сказать, что мы только начали наш розыгрыш. Поэтому после церемонии открытия мы продолжим дарить подарки. Оставайтесь с нами. Все интересно еще впереди. Но главное, это то, что сегодня, в честь официального открытия ресторана KFC, каждый желающий получит подарок ароматной куриной стрипсы. Да, уже многие даже не подсказывают, потому что уже знают, что ждет впереди. И мы приглашаем абсолютно всех посетителей Молл-Сити на наш праздник и гарантируем вам интересное времяпровождение и вкусную кухню от ресторана KFC, друзья! KFC просто изумительный, не похожий ни на один. Знакомый вам это настоящая кулинарная симфония. Одним словом, KFC so good, друзья! Да. Евгений, я предлагаю в следующий раз, когда мы его слоган произносим, кто громче всех, да, скажет наш Давайте слоган. Давайте понаблюдаем за нашими активными друзьями. Порепетируем, да? Итак, KFC so good! Отлично, да, это громче была я, потому что у меня микрофон, пожалуйста, мне сертификат. Дайте сертификат, да, один. Пусть поедет. Дай шутку, что ты. Она не хочет, я знаю. Ведь как? Да, ты просто, ты на работе сегодня. Я понимаю, обычно за еду работаю, да, здесь еду. Отработаешь и получишь свой подарок, да. Ну что, друзья, немного пошутили и перейдем далее к нашему празднику, к нашей викторине. Евгений. Да, следующий вопрос. Если говорить, что опустует качество продукции KFC, то смело можно заявить, что основной секрет заключается в пряной смеси из 11 трав и специй. Оригинальный рецепт Карла Дасандерса 11 трав и специй считается одной из наиболее известных коммерческих тайн, друзья, в индустрии питания. Мы продолжаем. Оригинальный рецепт, да. Но копия рецепта с автографом Сандерса содержится в сейфе. В сейфе штаб-квартире компании. Да, друзья, и с минуты на минуту здесь появится создатель этой ароматной композиции, основатель KFC. Друзья, кто? Друзья, а кого-то было уже возможность сфотографироваться с полковником где-нибудь в другой стране или в другом городе? Была возможность? А как он выглядит? Есть какие-то особые приметы? Да. Да. Очки, седой бородочка. Очки, да. Очки. Седой бородочка. А откуда вы знаете? Вы его видели? Да, хорошо. Итак, мы узнаем, как он... Я так понимаю, что нам сообщают, что в скором времени, вот с минуты на минуту, появится полковник Сандерс. Передаю мне информацию. Сказали, что разыгрываем еще более ценный приз. Подарки, могу сказать. Итак. Я думаю, что следующий конкурс мы проведем вот так вот, выбирая, да? Я могу сказать, что тебе это очень понравится, потому что... Ну что ж, друзья. Это твои власти. Да, я... следующий конкурс у нас будет немножечко связан с алкоголем. Немножечко. Совсем другое дело, да? Поэтому нам нужны... До этого было вообще настоящие мужчины, которые уже по закону Украины. Поэтому, друзья, у кого есть паспорт? Паспорт или студенческий? Это другое дело, да? Да, которое уже можно, да, проверить, что вам какой уже совершеннолетний. Да, какой уже совершеннолетний?
каждый год. Конечно. Это первая насвидость, все. Вот, есть человек, ну, видишь, вам продают алкоголь на кассе, да? Спасибо. Ну что ж, друзья, нам для следующего конкурса понадобится 6 достойных партнеров. Настоящих мужчин. Да. Итак. Ну давайте, выходите. Настя, выбирай, да. Ты выше, я думаю. Мне нравится, Настя выбирает. Это уже хорошо. Я всегда говорю, давайте. Да. А давайте внизу. Да, давайте потом больше места, да, удобнее. Хорошо, я буду так высоко смотреть. Очень красиво, да, во-первых, красиво не выглядит, поэтому не будет. Я наблюдаю только двое молодых людей. Да, давайте, вам есть 21 год? 18, еще пить нельзя. Ну что, не знаешь? Не, ну, нет. Да, по закону, мы следуем закону. 21 год нам нужен. Есть, есть. Судя, ну да, 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 я думаю, паспорт не нужен в вашем случае. Выглядите на 21,5 просто, чтобы так сразу. Ну что ж, у нас есть трое, нам нужны еще 3 достойных бойца. Так, 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 которым есть уже 21 год. Ну, это хорошо, что вам еще нет 21 года, это замечательно. Так, есть? Друзья, ну давайте смелее. Давайте погнали. Кто, друзья? Да, 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 вот молодой человек. Это вы? Давайте. Вы будете четвертым, вы будете пятым. И нам нужен еще один молодой человек. Ладно, уже паспорт. Паспорт готов уже, да, показать. Итак, друзья, давайте встанем вот так, да, немножечко, да, как, или полукругом. Давайте, да, давайте, да. Да. Ну да. Все, есть у нас, да? Итак, мы, я думаю, должны создать две команды. Так, две команды. Есть, да, две команды. Давай. Евгений, рассказывай. Итак, друзья, у нас две команды, по 3 участника, пожалуйста. Все куда, да. В одной команде 3 участника и другой. Прошу, прошу вас. Вот у нас 2 человека есть, сюда еще одного. Да. Итак, у нас есть случай, у нас очень прекрасный вот момент. Мы сейчас в каждой команде, да, раздаем вот такие замечательные листы, на которых информация, список блюд KFC. Ваша задача. Не сходя с этого места, командой решить, какие блюда есть, а каких нет. Я бы даже более уточнил. Друзья, здесь, в этом списке, вы найдете, конечно же, те блюда, которые входят в KFC. Как и твои. Но вы должны определить, какие ингредиенты входят в багет Буэр и подчеркнуть. И я думаю, через несколько секунд, пока играет музыка, да, друзья, мы определим и посчитаем правильные ответы. Та команда, которая даст максимально правильные ответы, та и побеждает в этом конкурсе. Друзья, главное не спешить сообразить серьезно командой и правильно дать ответы, потому что победа будет той команды, которая даст правильный ответ.